Вот так-то, от глаз народа не спрятаться. Не прошло и даже полдня, как один из подписчиков уже мне скинул ссылку на профиль охранника, который грубил мне в ТРЦ. И что же мы там видим? А то, что оказывается, Сергей, ты и сам не прочь пофотографироваться в ТРЦ «Планета». Выходит, несправедливо получается, не правда ли? Получается, что ему можно, а другим запрещено вплоть до угроз и побоев. Ну да ладно, пусть это останется на его совести. Простим уж ему его юридическую безграмотность и незнание законов страны, которой он когда-то давал присягу и которой служил. Ведь теперь Серега только 2 августа превращается в крутого десантника, а все остальное время он всего лишь сторож в магазине, а не юрист с образованием. Жаль, что имя второго охранника плохо слышно на записи. Вот уж он-то точно выпросил повесточку в суд за слова типа «тухламут», «сученыш» и слова о том, что я выйду из планеты с камерой или без камеры. То есть типа он ее у меня там забрать хотел, как я понимаю. А то получается, что грубили-то они оба, а выговор наверняка получил только один. Опять несправедливость. Кстати, вы можете перейти по ссылочке под видео и послать свои лучи добра этому прекрасному юноше. Всем пока, с вами был Роман Романов.